нарушаете условия УДО. Да ладно. Это мой последний день. У меня не было ни проблем, ни нарушений. Этот парнишка – мой сын. Ты бросил меня одну с ребенком. Это мой сын, не твой. Мы еще можем стать семьей. Вон он, 31-й. Ну давай, что ты там? Не будь ты идиот. Это я идиот. Ты должен держать гнев под контролем. Срок его УДО закончился. И это животное свободно, как ветер. А вот мой сын гниет в земле. Этот парень убил брата Элая. Прошу, пожалуйста, дайте мне еще время. Я все достану. Время истекло. Давай, Майк, будь крутым парнем. Со своим сыном впервые за долгие годы. Я будто получил второй шанс. Прикольно тебе? Я думал, ты убийца, а ты больной урод. Ты можешь уйти. И будешь героем. В желании быть особенным нет ничего особенного. Это самая обычная вещь на свете. Пять фунтов искупления.